так, что может быть красивее и вкуснее жареной? Не, а как это, не жареная рыба, а как это? Вот? Грильная. Грильная точно рыба. У погоды, конечно, вот такие вот. Какое-то испано-турецкое небо, блин. Чуть-чуть какая-то дымность там проходит в виде облаков. Цветочки тут присутствуют, все как надо. И тут хлоп, итальянский бренди. Вот такой вот он цвет, красивейший, вкуснейший, отличнейший. Все классненько. Первое пробуем вот такой вот шварц-рислинг, розовое вино. По-моему, я не пробовал еще такое ни разу. Но это файнхерб, то есть мягенькое должно быть очень. Полусладкое? Нет, хайптрокен это, наверное, полусладкое. Ну, короче, я не знаю, но он должен быть по-любому, ну, вот 10% всего лишь, как пиво нормальное из Бельгии. В общем, сейчас пробуем. Саня, пойдем. Вторая на очереди. Прекраснейшая Пинот Григио из Италии. Какая-то у тебя отличная вещь. Лауги. Что это? Дели. Венеция, блин, нафиг. Неплохой, нам понравилось. Да, нам очень нравится вот такая вещь. Это, конечно, не рислинг, но вполне достойно, очень даже достойно. И по цене тоже. Нормалек. Так, рыба-то это хорошо. А вот, в общем, мясо, да, оно на гриле, и потом ложится вот так вот над грилем, над еще горячими угольками, и вниз ложится лук, просто лук, и потом все это вот держится какое-то время, и это все такое, вкуснятинское, блин, вот так вот это выглядит, мухи убираются, вот так вот классно, и пахнет вот именно шашлыком, таким вот с луком, лук придает охерительное вкус и запах, и вообще классно. Сейчас буду кушать. Так, а сыр у нас вот такой вот. Старый амстердамер. Отличнейший сыр. Никогда не ошибешься, его нужно брать. Маздам голландский. Очень тоже рекомендую, все классно. Заканчиваем вот таким вот прекраснейшим рислингом. Погода остается такой же классной. Мясо закончилось, и все было вкусно. Там еще куда-то.